ДВК призывает казахстанцев воспользоваться своим конституционным правом на мирные собрания. Завтра мы начинаем общеказахстанский митинг. Заранее подготовьте паспорт или его копию. Возьмите с собой бутылку воды. Зарядите смартфоны и пауэрбанки, чтобы вести прямые эфиры в соцсетях. Чтобы нас услышали, понадобятся микрофоны и громкоговорители, шарики и флажки. Чтобы построить новую, крутую страну, мы должны вести себя цивилизованно. На митингах не пить, не курить, выглядеть опрятно. Ведь мы идем на праздник и ищем единомышленников. Приходите с друзьями на место сбора ровно в 11 часов и держитесь группой. Двигайтесь вместе, громко и четко выкрикивая требования. Общайтесь с окружающими доброжелательно. Донесите людям, что требуете общего блага для народа. Митинг начинается с экономических требований по поддержке населения и продолжается до отставки всего правительства. Наша главная цель – смена политического режима и построение парламентской республики без должности президента. Если вы начнете высказываться четко, ясно, громко, вы сможете привлечь к себе внимание, вас немедленно окружит огромная толпа сторонников, вас точно никто не сможет уже задержать, потому что в этот момент вас станет много. Друзья, я призываю вас всех быть активными. Будьте активны, ведь мы стремимся к переменам. Вы можете смело заявлять, что имеете право на мирные собрания. Статья 32 Конституции Республики Казахстан. Говорить о том, что у народа много проблем, и решить наши проблемы мы можем только во время мирных собраний. Только когда народ проявит свою силу, власть начнет реагировать. Вы вот написали вот это, да? И вы... Не боитесь, да, вот там что-то там трения какие-то будут там или что-то? Я на своей земле, почему я должен кого-то бояться? Ну а как-то вот, допустим, ну сейчас, допустим, вас заберут, вы тут написали здесь, Кеше Арон Атабек, Мухтар Закишев. Согласно Конституции, каждый имеет право на мирные собрания. А, вот это, мирные собрания, пикетирование, да? Статья 1, статья 32, прошу прочесть. Вам действительно нечего бояться. Вы пришли обсуждать жизнь в стране, знакомиться с ее жителями. Снимайте выступления митингующих и правонарушения полиции в прямом эфире. Эти видео помогут вам доказать законность своих действий и преступления полиции. Вычисляйте агрессивных провокаторов и обозначайте их для окружающих. Не позволим нурботам испортить мирное собрание. Если вас остановили полицейские, попросите их назвать должность, звание, фамилию и предъявить свое удостоверение, а также причину обращения. Задерживать за присутствие на митинге вас не имеют права. Не позволяйте полиции задерживать митингующих. Держитесь вместе, кучно, несмотря ни на что. Предлагайте полицейским присоединиться к митингующим. У нас у всех общие проблемы, и решим мы их только сообща. Полицейские смелые, когда они набегают толпой. На многих митингах мы многократно это исследовали и видели. Стоит человек один в стороне, и на него набегают 10 человек, 8 человек, и тогда полицейские смелые. Но когда среди машин идет группа людей, туда 8 человек поместится, не могут, а два полицейских не побегут вас задерживать. К счастью, этот народ работает за деньги, а не за душу и не за идею, как мы с вами. ДВК не нужны разрешения, чтобы собираться и требовать смены власти, потому что каждый народ вправе выбирать свою власть. 6 июня мы покажем, что не верим в открытую ложь власти. Общеказахстанский митинг вынесет режим Назарбаева из-за корды. Вместе мы построим демократическую страну.